Deixa-te voltar atrás, Rupam. Rupam tassa gajamuri purim maturim gushtu arati. Radha kunda mahirivayam ahuradika ma. Gaurachandraya Radhikayitraya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Anandalila Maya Vikrahaya Hema Bhadivyasthavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shalam Sumaya Shikanda Shikam Smaraha Sumurvi Manoya Radhikar Sukama Vakripanidhe Supriyachana Kinkayam Kuru Tavai Vasmi Najvami Tvayavana Tivikyaya Devitam Namam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dhanava to respond in my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, Asmadev Parmaradatam Guru Pada Padma, Nityalila Pradishna Om Vishnupada, Ashtotara Satashishimad Rupa Nugacharya Varya, Sila Bhakti Vedanta Narayana Goswami. Secondly, I offer my pranam to my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and all of our Sri Rupa Gaudiya Guru Parampara. And to all the Vaishnavas and Vaishnavas, headed by Param Pujapad Sri Paramadvaita Swami, and this is Bhakti Prabhupada. Today we are most fortunate to observe the Tirubhav Titi, the festival of the disappearance of Srila Narottam Das Thakur. He appeared in the village of Keturi on the Margi Purnima, the full moon in the month of Margashish. He was the son of a very wealthy land zamindar, landholder. Named Krishnananda Datta. And his mother's name was Narayani. So they were fabulously wealthy. His father was like a king. And so he was like a prince. So from his childhood, he was very absorbed in Krishna. And one day when he was 12 years old, he had a dream. And told him, you should go and take bath in the Padmavati. И сказал ему, иди и прими омовение в реке Падмавати. Because. Потому что. Many years before. За много лет до этого. Когда Джаганатхпури, Чайтанья Махапрабху впервые попытался отправиться во Вриндаван. Махапрабху прибыл в это место с берега реки Падмавати. В Канай-Нацале. И он взывал. Нароттам, Нароттам.
эти Нанда Прабху сказал. Кто такой этот Наратам? Кого ты зовешь? Читани Махапрабху сказал. О, Нитянанда Прабху. Ты не знаешь свою собственную славу. Когда ты прибыл в Джаганнатхапуре, ты прорыдал целый океан слез. Я собрал всю твою прему. Я принес ее сюда. И я хочу оставить ее Наратаму. И тогда Махапрабху воззвал: «О Падмавати Деви!» И богиня реки предстала перед ним. Он сказал: «Я оставляю сокровище своей премы с тобой, и когда Наратам придет сюда, ты должен доставить это сокровище премы ему в будущем». Богиня Падмавати сказала: «А как я его узнаю? Откуда я узнаю, кому, кого одарить этой любовью?» Махапрабху сказал: «Когда человек подойдет, его лотосные стопы коснутся твоей воды, и когда твои воды выйдут из берегов, то это будет Наратам». И когда Наратам Дас Такур, когда ему исполнилось 12 лет, то Нитянанда Прабху сказал ему: «Иди и прими омовение в реке». Вот если чтобы прикоснулись к воде, то Падмавати она вышла из берегов. И вся экстатическая любовь к Чайтанье Махапрабху, Нитянанде Прабху, вошла в него. И он просто с ума сошел. Когда он вернулся домой, даже родители его не узнали. Сюда поближе. Он ни с кем не разговаривал, ни с кем не играл. Он постоянно воспевал киртан и плакал. Сюда? Куда? Так, может, ему включено. Некуда. И когда его отца не стало, то кузен его, Сантош, двоюродный брат, хотя тот должен был стать наследником, но он отдал все Сантошу. Все бразды правления, все наследство передал ему. И никому ничего не сказав, посреди ночи он просто сбежал. Это почти 2000 километров от Кетури до Вриндавана. И он бежал, бежал днями и ночами, он даже ничего не ел. Временами он просто сваливался на землю от усталости, у него были порезы, синяки. И когда он был полностью изнеможен, он присел под деревом. И прекрасный золотой брахман пришел и сказал: «Возьми этот стакан молока, он залечит твои раны». Но юный Наратам, он просто уснул, обессилев. И в своем сне Рупа Госвами и Санатан Госвами взяли то молоко, которое сам Чайтанья Махапрабху принес, и напоили его им. И когда Шрила Наратам Дас Такур проснулся, все его синяки, все его раны, вся усталость, все это оставило его. Он продолжил свое путешествие и прибыл сюда, во Вриндаван.
И во Вриндаване, в Кадирване, он встретил этого великого Вайшнава Шилоканатха Даса Госвами, которого прислал Чайтанья Махапрабху сюда много лет назад. Он был первым среди наших Госвами, который прибыл во Вриндаван вместе с Бугарбой Госвами. Локанатха Дас Госвами был чрезвычайно отречен. Он вообще с миром не сообщался никак, не хотел учеников принимать. Шрила Наратхандас Такур пришел к нему и, видя его прекрасное сияние, силу его влияния, он решил: никто не будет моим гуру, я хочу быть учеником только Локанатхи Даса Госвами. Радхараман Прасад пришел. Когда он пришел к Локанатхе Дасу Госвами, он попросил: возьмите меня в свои ученики. Но Локанатха Дас Госвами сказал: ты принц, ты из королевской семьи. Ты не можешь суровые аскезы совершать, находиться один в лесу. Я не хочу никаких учеников принимать, уходи. Но хотя его отвергли, все равно он не сдавался. Как наш Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, хотя его Гоура Кишор Дас Бабаджи Махарадж много раз отвергал, но он никогда не сдавался. И посреди ночи он приходил в этот лес, в то место, где Локанатха Дас Госвами, подхожее место, где он заходил справлять нужду, и он там убирал все, воду там оставлял для мытья рук, глину оставлял для того, чтобы тот смог омыться, как вместо мыла. И он чувствовал себя настолько удачливым благодаря этой возможности служить чистому вайшнаву. Он держал свою метлу, у него была из коконатных, из кокосовых листьев, у него была метла, и он ее прижимал к сердцу и говорил: «О, метла! Благодаря твоей помощи я обрету служение Радхе и Кришне». Вот это вайшнав-сева, служение вайшнава. Через какое-то время Локанатха Дас Госвами подумал: кто это тут все подчищает, когда я хожу отвечать на зов природы? И однажды ночью Локанатха Дас Госвами остался в этом месте и спрятался в кустах. И когда Шрила Наратхандас Дас Такур пришел, то он его поймал с поличным. Чем ты тут занимаешься? А я просто лотосным стопам вашим хотел служить. Примите меня, пожалуйста, в ученики. Локанатха Дас Госвами сказал: но ты же с царской семьи, ты королевской династии. Я не могу тебе никакое место для жительства предоставить. Никакую одежду тебе дать не могу. Ни еду не могу дать. Шрила Наратхандас Дас Такур сказал: о, Гурудев, в тот день, когда больше не останется плоской поверхности на земле, я приду к вам и скажу: Гурудев, где мне спать? В тот
день, когда больше не будут расти плоды на деревьях, я приду к вам и скажу, Гурудев, что мне есть. И в тот день, когда в месте, где кремируют мертвые тела, больше не останется одежды, которую будут выбрасывать, снимая с мертвецов. Я приду к вам и спрошу Гурудев, что мне носить. Тогда слезы выступили на глазах Локанатхи Даса Госвами, он подумал, этот человек очень искренний. И он сказал ему, иди прими омовение в Ямуне. И когда тот вернулся, он дал ему инициацию на Шраван Пурниму. Он родился в Марги Пурниму, убежал из дома в Картика Пурниму, а был инициирован на Шраван Пурниму. Марги Пурнима. He ran away from home on Kartik Purnima, and he was initiated on Shravani Purnima. So, Srila Lokanath Das Goswami. Srila Lokanath Das Goswami. Отправил его изучать шастру от Шрилы Джива Госвами Пада. И вместе с Шиманандой Пандитом и Шринивас Ачарьей, Наратам Дас Такур, они были тремя шикши учениками Шрилы Джива Госвами. После того, как оставили этот мир Рупа и Санатан Госвами, Шрила Джива Госвами Пад стал главным среди всех вайшнавов Вишварат Вайшнав Саби. Это место было местом образования. Из любой линии вайшнава приходили и учились вместе. Учили то послание, которое оставил Чайтанья Махапрабху. Мы видим, что с течением времени в семью Гауди Вайшнава пришел такой дух сектанства, разделенчества такого. Поэтому наш Парампуджи Падши Парамадвайти Свами Махарадж, он вдохновляет эту Вишу Вайшнаврадж Сабу в наши дни. Возрождает ее. Где Махарадж? Куда он уже? Я думаю, что Махарадж убежал, как только услышал слова прославления в свой адрес. Нормально, нормально, себе возьми. Потому что он очень смиренный вайшнав. Если он не слышал то, что я говорил, вы ему перескажите это. So, Srila Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami обучал этих трех вайшнавов, Наротама, Шринивасу, Шьямананду. Обучил их шести сандарбам, всем сат сандарбам. Бхактира Самрита Синду, Уджвала Ниламани. Прихат Бхагаватамрите. Всем грантам вайшнавов. Всех Госвами наших. Однажды Шрила Наротам Дас Такур читал Харинам со своим Гурудевом Шрилой Локанатхом Дасом Госвами, его дикша гуру. Было лето, было очень жарко. Один фермер, который очень хотел пить, он проходил мимо этого места. И он спросил, ты можешь дать мне воды? У меня нет ничего с собой, не могу никакой воды взять. Никаких ведер у меня нет, ничего. Шрила Наротам Дас Такур отложил свою джапа-малу, взял ведро и напоил водой этого фермера. Then when he came back,
И когда он вернулся, Локонас Дас Госвами сказал ему: ты не квалифицирован находиться во Вриндаване. Потому что воспевание святого имени. Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Воспевание святого имени — это непосредственно никунджа сева Шри Радхи и Кришне. И ты оставил служение Радхи и Кришне просто для того, чтобы утолить жажду этого обычного человека. Поэтому ты не квалифицирован. Возвращайся в свою деревню обратно, откуда пришел. Шрила Нартам Дас Тхакур, он был просто полностью разрушен, слыша эту новость. Он сел с Шриманандой и Шринивасачарьей для того, чтобы выгрузить книжки наших Госвами на телегу, для того, чтобы они были скопированы и по Бенгалу, по Орисе, Асаму, Манипуру распространены. На самом деле Наратам Дас Тхакур не виноват ни в чем. Ни в чем он не провинился. Но это учит нас важности воспевания святых имен. Подобно тому, как временами, если есть мама мужа, и она не будет делать замечаний невестке, а она будет делать замечания другой женщине в доме, чтобы та услышала, что она делает неправильно. Да, своей дочке. Локонат Дас Госвами Наратам Дас Тхакур is very merciful. Наратам Дас Тхакур очень милостив. To go all over the Bengal and spread the nectar of Harinam Sankirtan. Локонат Дас Госвами отправил его из Вриндавана, чтобы распространять Ганги Даши Госвами и Шри Харинам Санкиртан по другим городам и селениям. So still, Наратам Дас Тхакур went everywhere. Наратам Дас Тхакур отправился повсюду, заставлял всех танцевать в экстазе. He brought all the souls to life. Он все души оживил. But he said, но он сказал: Корона Синду, Адама Джанарабанду, Локанас Локера Дживана. Мой Гурудев, Локонат Дас Госвами, он наполняет жизнью всех людей мира. А я ничего не делаю. Все совершает эта милость, это Крипа Гурудева. Это настоящий прачар, настоящая проповедь. Если мы думаем, я делаю все своими силами, ничего не случится. Вы можете только карму и гьяну распространять повсюду. Знание и карму. И йогу. Но чтобы распространить бхакти, только милость гуру может это сделать, а мы можем быть инструментами. И он начал давать, Наратам Дас Тхакур начал давать инициации очень высококлассным брахманам. Но сам он был из более низкой касты, каясхи. Технически это как шудра. И смарта брахманы, они очень сильно разгневались из-за этого. Одного из них звали Рупа Нараян. Рупа Нараян Пандит. Он пришел к царю, которого звали Раджа Нарасимха, и сказал ему: этот Гаудия из низкой касты, а инициацию дает нам, высококастовым брахманам. Это разрушит общество. Ваше Высочество, пожалуйста, приходите в Кетури, и я публично его в дебатах одолею и поменяю мнение всех и каждого.
So then the king, и тогда царь, Раджана Сингха, его пандит Рупа Нарайан и другие пандиты отправились в Кетури. So on the way there, they stayed in one village. По дороге туда они заночевали в одной деревне. And the disciple of Srila Narottama Das Thakur, Srila Narottama Das Thakur, Ganga Narayan Chakravarti, and also Ramachandra Kaviraj. И также Рамачандра Кавирадж. We have to stop them. Они подумали, мы должны их задержать. So though they themselves were very high class. И хотя сами они были высококлассными брахманами, эти два ученика. Они оделись в шудр, надели простые одежды, гамчи там все так, и переоделись в продавца пана и горшечника. And they set up their shop in the marketplace. И так типа разбили свои палатки продавать вещи. Ученики Рупы Нарайаны пришли для того, чтобы купить что-то на этом базаре. И они услышали, как эти два невежды разговаривают на чистом санскрите. Discussing metaphysics, обсуждают метафизику, высокие там седантические поинты, философские. So they entangled them in an argument. Они стали с ними дебатировать. And defeated them. И те победили их. So those pandits were very ashamed. Эти пандиты, они просто так сильно устыдились, они вернулись к Рупанарайане, в этой деревне. Даже те, кто продают пан, даже те, кто делают горшки, разговаривают на чистом санскрите. И они нас победили в дебатах. Рупа Нарайан сказал, ну посмотрим, какие они умные, это мы еще проверим. И он тоже отправился на дебаты с ними, и тоже они его победили. Рупа Нарайан спросил, вы кто такие? Они сказали, мы незначительные ученики Шрилы Нарайана Дас Такура. Незначительные ученики Нарайана Дас Такура. И тогда царь Раджан Рисимха сказал, о Рупа Нарайан, я думаю, мы должны развернуться и отправиться обратно. Не надо нам в Китуре говорить. Потому что если такие ученики у него, то какой у них гуру? Какой он сам? So then they stayed there at night. И тогда они заночевали там. And in a dream. И во сне. Then Rupa Narayan. Рупа Нарайан увидел Дургу. She had a big chopper. У нее был огромный такой топор. Мачете. Мачете такая. She had a big machete. Как меч такой. And she said, "You fool, Rupa Narayan." Она сказала, ах ты глупец, Рупа Нарайан. I'll chop you to pieces. Я тебя на кусочки разрублю. Unless you go and you surrender. Если только ты не пойдешь и не примешь прибежище у лотосных стоп Шрилы Нарайана Дас Такура, разрублю тебя в куски. So then he was very scared. Тот очень испугался. He didn't want anyone to know. Он не хотел, чтобы никто вообще об этом не знал. Он проснулся посреди ночи. And he put a cloth over his head. Надел на себя одежду, так сверху голову себе накрыл. And very quietly he went to Кетури. И тихонечко, секретно отправился в Кетури. And when he arrived to the temple, и когда он прибыл в храм Шрилы Нарайана Дас Такура, he saw another person. Он увидел другую личность тоже с такой накидочкой поверх головы. So he looked. И он посмотрел.
It was Raja Narasimha. You видел? Это был Раджа Нарасимха, царь. He said, "Your Majesty." Он сказал: "Ваше величество, а вы что тут делаете?" The king said, "Well, you see." Царь сказал: "Знаешь, мне тут сон приснился." He said, "Say no more. I understand." Он сказал: "Так мне тоже." So they went into the temple. Они вошли в храм Шриланартамдастакура и стали просить его слугу: пожалуйста, дайте нам возможность даршана с Нартамдастакура. Тогда слуга привел Нартамдастакура, оба они упали в дандават пранаму у его лотосных стоп. И очень мило совершил Нартамдастакур, дал им дикшу, дал им инициацию. So then, all the other pandits from и тогда все другие пандиты из царства, они подумали, сейчас Рупа Нараян стал Гаудия Вайшнава, и наш царь стал Гаудия Вайшнава. Все, нам надо тоже тилаки срочно наносить и становиться вайшнавами. Но в своих сердцах они не поменялись, все равно они оставались смарта-браманами. Это то, как начались сам Прагая. Апасампрадая. То, как Апасампрадая вот этих смарта-браманов связалась с нашей гаудия-вайшнавской традицией. Потому что они не были искренни в сердцах. Шрила Нартамдастакур, он пропутешествовал по всему Бенгалу. Он встречался с Джанавати Гурани, который является Шакти Нитянанды Прабху. И она ему сказала: я хочу, чтобы ты пригласил всех вайшнавов из Браджа, из Пури, из всего Гаудадеша, чтобы они зашли вместе и вместе отпраздновали первый фестиваль Гаура Пурнима в Китуре. Шрила Нартамдастакур ходил из деревни в деревню, приглашая всех на этот фестиваль. Все преданные из Шриканды прибыли. Братья Шривастакура, которые оставались еще в живых, они пришли тоже. Три сына Адвайта Ачарьи. Ачютананда, Гопал Миша и Кришна Миша. Они тоже прибыли. Бриндаван Дастакур. Все великие вайшнавы и спутники Махапрабху, которые все еще были живы в это время, все они собрались вместе в Китуре. И Шринивас Ачарья, он был как главным жрецом, он сделал пран пратишту, установил шесть божеств на этом фестивале. Кто были эти шесть божества? Божеств? Валабиканта. Кришна. Кришна. Гауранга. Гауранга. Радараман. Радаканта. And Брадж-Мохан. И Брадж-Мохан. Брадж-Мохан в Гьян-Гудре здесь находится, неподалеку. Шринивас Ачарья сделал все ритуалы по инсталляции божеств со всеми там повязками, чтобы которые закрывали глаза божествам. Потом они закрыли шторки для божеств, предложили богу им, сделали прекрасный шингар, украсили их красиво. Теперь вайшнавы были готовы получить первый даршан этих шести божеств.
So many expert musicians were there. Много искусных музыкантов там было. Шрила Наратам Дас Такур поклонился, совершил поклонение с чандами и с гирляндами всем музыкантам. He did puja to the mridangas. Сделал пуджу даже мридангам. He did puja to the караталам. To the tanpurs. Танпурам. To the flutes. Флейтам. And all the musicians they began to just tune the instruments. И все музыканты начали настраивать инструменты. Just from the sound of tuning the просто от звука настройки этих инструментов, когда вайшнавы это услышали, это просто была настройка инструмента. У всех волосы стали дыбом. Why? Because they knew. Почему? Потому что они знали. Just now, прямо сейчас, из Голока Вриндавана будет прокат, проявление сокровища Кришна Према. So then they began the kirtan, и тогда они начали киртан, шторки открылись, и все они получили первый даршан этих шести божеств. And they began to sing. It was и они начали петь, это было очень экстатично. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. И там в киртане, несмотря на то, что Чайтанья Махапрабху к этому моменту оставил уже этот мир, он проявился в киртане. Нитьянанда Прабху appeared there. Нитьянанда Прабху появился тоже. Шривас Такур appeared. Шривас Такур тоже. Адвайта Ачарья. Адвайта Ачарья. Рупа Госвами, Санатан Госвами. Even Raghunath Das Goswami, he had not left this world yet. Даже Рагунатх Дас Госвами, он не оставил этот мир еще. Он был на Радха Кунде, совершая баджан, но даже он там появился. And all devotees became ecstatic. И все преданные, они испытали величайшее экстаз. Can you imagine the widow of Nityananda Prabhu, Janava Thakurani? Можете ли вы представить? Oh, Nityananda Prabhu has come. Janava Thakurani, вдова Nityananda Prabhu, она увидела, что он. The brothers of Shrivas Thakur, who had not seen him for so many years, their brothers come back in their kirtan. Они подумали, брат вернулся в киртане. Он уже тоже оставил. The sons of Advaita Acharya, their father had left so many years before. Папа оставил, так много лет назад. Наш папа
вернулся. Шрила Харидас Такур, Шрила Харидас Такур тоже проявился. And all dancing great ecstasy. И все танцевали в величайшем экстазе. And then, after some time, Mahaprabhu and his associates all became apra. Через какое-то время все спутники Махапрабху стали апракат, они исчезли. Then there was a scene of complete chaos. И тогда случился полный хаос. Complete chaos. Полный хаос. The sons of Advaita Acharya. Сыновья Адвайта Ачарьи. Where is Они вскрикнули. Ачарья Такур. Где Ачарья Такур? Jaya Nilo Prema Dana Karuna Prachur Heno Prabhu Kotigela Acharya Thakur. Where did Advaita Acharya? Куда Адвайта Ачарья, который заставил Махапрабху прийти в этот мир, куда он ушел? Kaha? Kaha Mora Swarup Rupa Kaha Sanatan? Where is Swarup Damodara Goswami? Where is Rupa Goswami? Где Рупа Госвами? So this song of Srila Narottam Das Thakur, песня Шрила Нараттам Дас Такур, Джай Нила Према Дана. This is not just a list of names. Это не просто перечень имен. This is the chaos. Это тот хаос. Prema in separation. Это према в разлуке Шрила Нараттам Дас Такура. Эйка Кале Гоута Гела Гоура Натарадж. Where did Mahaprabhu, the great dancer, Mahaprabhu, величайший танцор, вдруг исчез? So behind each one of the songs of Srila Narottam Das Thakur кроется удивительная лила. Пашанели кутибо мата аналели пашибо. Srila Narottam Das Thakur was so distraught, he said, I'll smash my head on the stone, or I'll eat into a fire. Я разобью свою голову о камень, или я войду в огонь, куда Махапрабху вдруг исчез. Say sabah sangeera sangei jai kolo vilas. Say sangha napaya kandei narutamadas. Without the association of those great personalities, без общения со спутниками Махапрабху, this Narottam Das Thakur, этот Нараттам Дас Такур, он просто рыдает и рыдает. So on this day, в этот день, Srila Narottam Das Thakur, он был очень стар. But this is a lila. Но это лила. He's eternally young. Он вечный юн. But Yoga Maya manifested. Но Йога Майя проявила лилу. That he became old and так что он состарился и его парализовало. The smart Brahmin said, look. Smart Brahmin сказали, смотрите, из-за греха того, что он брахманам инициация дает, будучи шудрой, сейчас его парализовало. Он страдает от этого паралича теперь. Его ученики, их это очень разгневало и расстроило. Он сказал им, организуйте большой фестиваль санкиртаны. И пригласите этих брахманов. So there was a big festival. Случился большой фестиваль. И они парализованного Шрилу Нараттам Дас Такура принесли на этот фестиваль. Брахманы сказали, смотрите, вот он парализованный за свои грехи лежит. But suddenly, Srila Narottam Das Thakur. Но вдруг Шрила Нараттам Дас Такур. Он скатил и начал танцевать в киртане. Тогда они осознали, что это все нереально, что это иллюзорная болезнь у него. And then all his disciples were И тогда все его ученики возрадовались. Then when the kirtan was over, когда киртан закончился, и он снова опять типа состарился и парализовался.
So don't see Vaishnavas Поэтому не надо видеть материальным видением вайшнавов. Подобно тому, как Ганга, она может казаться загрязненной. But if you worship Ganga Devi, если вы будете поклоняться Ганге Деви, предлагать пранамы Ганге Деви, you can see, actually, she's a beautiful goddess, что она прекрасная богиня, никакого загрязнения на ней нет. So in the same way, a Vaishnava хотя он может казаться болеющим, but if you bow down to Vaishnava, если вы будете склоняться перед Вайшнава, поклоняться, служить Вайшнаву, then you can see they are very young and beautiful. Что Вайшнавы молодые и очень красивые. Сусила Нартам Дас Тако из инкарнации Чампак Манджари. On this day, Шрила Нартам Дас Тако said to his disciples, I want to bathe in Ganga. Я хочу омыться в Ганге. So he went there, Он отправился на берег Ганги, и его ученики они положили его в воду. Him, по мере того, как они его массировали, он превратился в молоко и просто уплыл с течением Ганги. So, это Пушпа Самадхи, наверное. Это не Маха Самадхи, тут нет этого последней гирлянды. Потому что он стал апракат, исчез из глаз этого мира очень экстраординарным образом. So Srila Narottam Das Thakur has given us some very important instructions. He said, "Apana bhajana kata na kahi bhava jata tata." My own internal realization, my own bhajana, I will never speak it here. Я никогда не буду проговаривать, рассказывать его всем и каждому. You should know that realization of Krishna is like camphor. Оно подобно камфоре. Camphor you have to keep in a box. Камфор надо держать в коробочке. Если ты откроешь, то камфор испарится с воздуха. So don't speak. If Krishna must give some realization, поэтому если Кришна милостиво дарует вам осознание, то ваше вегам контролируйте желание говорить. Не рассказывайте этого всем и каждому. You may say something to your guru. Можно рассказать что-то гуру, что-то рассказать шикше гуру. Всем остальным это рассказывать не надо. То, что увидите в своей приватной медитации. Также Шрила Нартам Дас Такур сказал. Jugala charana sevi nirantara ehi bhavi anurage takibo sadai sadane bhavi bojaha siddha deho pavataha ehi ragapate ra upai. He said, "This is the method of Raganuga Bhakti." Он сказал, таков метод Рагануга Бхакти спонтанного преданного служения. Днями и ночами постоянно. In my heart, в своем сердце, I will render seva я буду совершать севу Радхи и Кришне югал обоим. Because whatever bhava is in the heart of the devotee at the time of sadhana, не присутствовал в сердце садика, практикующего, когда он совершает садхану практику, то когда он станет сиддой совершенным, в точности он видит то, на что он медитировал до этого, будучи простым садиком. Служение Радхи Кришне в своей сиддхи-дейхе – это важнейшая часть Рагануга Бхакти, служение в своей собственной духовной форме. But that is not kalpana, imagination. Но это не калпа, это не просто воображение материального ума. Some people say mental services. Потому что некоторые люди говорят, ну, ментальное служение. So I agree with them. Я согласен с ними. They are mental. Они ментальные, как они, тю-тю у них, ку-ку-руку. But this is not what Rupa Goswami has taught. Но это не то, что чему учил Рупа Госвами. Chaito Darpana Majanam Bhava Mahadava Vibhidmurapanam. First thing, the chitta should become purified. Первое, чему Махапрабху учил, что чита должна быть, наше сознание, наше сердце должно очиститься. Анартха Нивритти, процесс очищения от анартха должен проходить. And in the stage of nishta, you begin to realize Krishna's form and qualities. И на уровне ништы, стабильности, ты начнешь осознавать форму и качество Шри Кришны.
Then in the stage of routine, затем на уровне руши ты начнешь осознавать спутников Кришны. Then Krishna smaram janam chasya prastham nija samhitam. You can become absorbed in Krishna and his associates. Тогда ты сумеешь погрузиться в Кришну, пометование Кришны и его спутников на этом уровне. By being absorbed in будучи погруженным в одного определенного спутника, like our Силанартам Тхакур сказал, Рупа Манджари Пада, Сеймора Баджана Пуджа, Лотос Фит Рупа Манджари — это моя жизнь, все для меня. So by being absorbed in an associate, будучи погруженным в спутника, в определенном, постепенно твоя собственная Сидда Рупа, совершенная духовная форма, начнет проявляться. На уровне асакти следующая ступень. Не на уровне анарта неврити, отречения от анарта. На уровне асакти. И тогда ты сможешь совершать внутреннее служение в своей духовной форме. И благодаря этому разовьется уровень бхавы и далее премы. So don't try to go too fast. Поэтому try не надо the holy names without committing any namaparat. Старайтесь просто воспевать святое имя без намапарат, без совершения оскорбления святому имени. Тарамадде сава шеста нава санкиртан. Нирапарат нам лале прай премадан. Мапу said the best. Махапрабху сказал, лучшая анга-бхакти — это харинам санкиртан, воспевание святых имен, лучшая составляющая практики бхакти. And if you chant without offense, если вы будете воспевать без оскорблений, то вы обретете Кришна прему. Все. Guru does not give you your siddha deha. Гуру не дает вам вашу духовную форму. You have to realize it by chanting Harinam. Надо осознать ее, воспевая Харинам. But when your realizations are coming, но когда ваше осознание приходит, то Гуру может только помочь очистить ваше понимание. Это называется упасака парискрити, очищение, подчищение, шлифовка вашей концепции, шлифовка ваших реализаций собственных. Твое имя такое, твое служение такое. Это просто некая помощь, поддержка, но вы сами должны совершать это. Когда же наступит тот день, когда мой Гурудев Локанат Дас Госвами подойдет ко мне в своей трансцендентной форме, как Манджулай Манджури, возьмет меня за руку, я буду Чампак Манджури, и он вручит меня Рупе Манджури. Then Rupa Manjari. Тогда Рупа Манджари. Bring me into the kunja of Radha. Она ведет меня в кунджу, где находится Рада и Кришна. And I'll be very shy. Я буду очень смущаться. I'm covering myself like this. Я буду закрывать свое лицо. And hiding behind Rupa Manjari. И скрываться, заслоняться за Рупа. And Radha Krishna will say, Oh Rupa Manjari, who's that behind you? Радха Кришна спросит, Рупа Манджари, а кто это за тобой? And Rupa Manjari will say, Manjulali Dilimora A Navadasi. Манджулали has given you this new maid service. Манджулали подарила тебе эту новую служанку. Радика said, "Come here." Радика скажет, ну-ка подойди сюда. And Lalita will take a comb and Lalita give a comb расческу и даст, вручит, вложит мне ее в руку. And say, "Oh, comb the hair." И скажет, расчеши волосы Радики. So then I will comb the hair of Radhika. И тогда я буду расчесывать волосы Радики. But I was not very careful. Но я не буду очень аккуратно и где-то там волосинку какую-то перетяну, Радике станет больно. So Enoki hoibe mora namashoki gane. Then the little will come and just. Тогда Лалита подойдет и начнет меня чувствовать. Что такое ты делаешь? But when will that day come? Когда же наступит этот день, когда Лалита и Асасаки, они будут ругать меня, если я сделала маленькую ошибку в моей сейве, в моем служении?
So these are the ecstatic emotions, the great contribution of Srila Narottama Das Thakura. That is very high. We bow down from far away. Мы издалека предлагаем свои пранамы, поклоны. We cannot reach for that. Мы не можем туда дойти сами. But if we serve our Guru, then glorify our Guru Parampara, then that Kripa can come down and lift us to that. Спустится и поднимет нас до этой трансцендентной реальности. Srila Narottama Das Thakur ki jai! Bhaktya Lok Parma Dwayati Maharaj.